медленно, уверенно подходим к первому повороту. Не даем судье посмотреть на линию. Прекрасно. Интересное решение. Фактично, да. Не было, значит, нет нарушений. Все, никто не видел. Первый поворот пройден. Как аккуратное прохождение второго поворота. Робот все еще на линии. Малейшее неточное движение, робот может сойти с линии. Но не зашел. Так, следующее препятствие – пройти под оградой или обойти ее. Что же выберут наши участники? Выравниваются. Они выравниваются, чтобы пройти ровно по линии. Хоть как-то. Они на времени нет. Осталось 4 минуты 50 секунд. Итак, падение. Ну, это было резко. Левой рукой он задевает стойку. С ворота сдвинуты. И ворота упали. Да, вы все равно молодцы, конечно же, но ворота упали. Небольшая разминка, почему же и вы нет? Так, второй модуль. Бросок упал, прекрасно. Чистое выполнение второго модуля. Участники приступают к выполнению модуля номер 3. Условия все те же. Мячом попасть в красные ворота. Здесь нужен точный расчет и удар. Мяч попадает в синие ворота. Осталось 3 минуты. Тоже условие попасть в красные ворота. Так, снова точный удар. Где же это точный удар? И удар. Мяч идет не в ту сторону. Ворота не попал. Я могу вернуть мяч, где он был. Но он упадет. Для этого здесь нет. Сколько времени осталось? Осталось у вас 2 минуты. Давай вообще еще заново. Да, пожалуйста. Итак. Сказка 142. Город Челябинск. Команда номер 67.
полторы минуты. Нам снова нужен точный удар. Удар есть удар. Мяч в красных воротах. Прекрасно. Прекрасно. Этот же мяч в эти же ворота. А эти же надо делать? Ну, желательно, конечно. Красные. Вы можете забить в любые ворота, но желательно в красные. Осталось у вас одна минута ровно. Времени вполне достаточно, чтобы закончить это упражнение. Синие ворота. У вас осталось 35 секунд. По центру между лестницами. По центру, пожалуйста. Ставьте. 30 секунд ровно. Одна секунда, и